Помогать в организации выставок и акций, работать с посетителями и даже заниматься исследованиями. Все это делают музейные волонтеры. Одноименный фестиваль проходит в эти дни в Ульяновске. 24 участника со всего Приволжья будут развивать свои навыки и как специалисты, работающие с волонтерами, непосредственно как добровольцы. Я работаю со многими регионами, и действительно, Ульяновская область тоже особенная. И это важно понимать при создании вот этого контента, создании мероприятий и работы с волонтерами. Нужно понимать, что волонтеры культуры – это действительно реальная помощь, а не дополнительная нагрузка для учреждений. И тогда действительно мы будем идти вперед и развивать наше большое сообщество. Одним из ключевых моментов совместной работы станут обсуждения того, как можно расширить функционал волонтеров. Участников ждут занятия с экспертами, тренинги, мастер-классы по командообразованию и обмен опытом. Понимать, как с ними работать, потому что все мы понимаем, что основные волонтеры у вас, поколение Z в целом, это большое количество. Есть серебряные волонтеры, с ними тоже нужно работать правильно. Проделанная работа поможет вывести музейное добровольчество региона на новый уровень и повысить интерес к музеям. Для молодежи это прекрасный способ улучшить свои социальные навыки, развить лидерские и коммуникативные качества, найти единомышленников, получить опыт. Сейчас в музеях нашей области работает более 100 волонтеров. Завершим мы это все такой практической работой. Мы по итогу создадим совместно акцию, которую каждый сможет увести с собой и уже вместе с волонтерами реализовать ее на базе музея. Такой продукт, который можно будет применить. Потому что всегда в музее задаются вопросом, а какой функционал волонтерам можно дать. В завершении фестиваля состоится открытие волонтерского центра ПФО. Он станет технической лабораторией, где ребята Ульяновской области смогут создавать подкасты, видеоролики, снимать сюжеты с помощью квадрокоптера. Такая работа волонтеров с соцсетями облегчит жизнь музейным работникам и позволит привлечь новых молодых посетителей. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.